Всем привет, ну что сегодня у нас обнова уже была. И мы сейчас будем, как обычно, выбивать, тратить 5 миллионов самоцветов на выбивание. Я надеюсь, не 5, конечно. Это будет очень эпично. На выбивание нового героя. И потом его прокачаем в топ и будем тестировать на разных локациях. Так, что там у меня по местам? Надо места освободить. То все печально, печально. В обнове нам не добавили места. И теперь придется даже, наверное, руны топовые сливать. Ой, что это я сделал случайно. Так, ну эти герои у нас все есть. Нам теперь надо освободить место под синь и зелень. Так, что у нас максимально? Да ладно, 10 миллионов, ничего себе. Так, значит, мы сейчас рунки еще расставим. Так, каких у нас тут меньше? Так, блин, вот места катастрофически не хватает. Сколько можно уже? Так, тут есть. Что там у нас по местам получилось? 260, 20 героев. В принципе, нормально. Ну что, поехали. По 450. Включаем читики. Заклинательница. Неплохо. Только зачем она мне? Мне нужен новый герой. Рыцарь, но не тот. Гаргул. Ну, по 150, что ты скажешь? Все, уже, короче, всех новых героев вырыли. Сердцеедка. Так, тыковка. Ну, спасибо, HG, одержимый, спасибо, еще тыква, ну, спасибо. Но мне это все не надо, студенистые. Даже ни одной имбы не выбили еще. Что такое? Медуза, рыцарь. Ну, талантики сегодня падали неплохо, я себе наролил талантиков. Так, Дрейк. Это все хорошо. Фея, Дед Мороз. Сердцеедка, еще одна, малышник. Ниндзя. Рыцарь тьмы. Седна. Королева гарпий. Да ты что? Хранитель. Купидончик. Еще один был Купидон. Суккуб. Максимальная вместимость. Вот так вот, ребята. Окей. Так, смотрим, что там у нас можно еще такое. Спулить по Берику. И лимит синих кристаллов. Ужас какой-то. Ну, давайте повара качнем на 98-й. И некроса на 98-й еще качнем. Так, войти в склад. Поехали дальше трешивать. Ну давай, новый герой, приди, ворожай был. Ну, ворожая у нас и так. Странно, что мы еще до сих пор Анубиса в Улика не выбили. Дракос, Дрейк. Аресик. Кстати, аресики редко падать начали тоже.
Ну давай, где ты, бог грома? Сердцеедка, паладин, Атлантикор, череп, Фрэнки. Вот оно, Рино. Видите, как под музычку Фрея. Обязаны поставить по лайку за каждого героя. Бигфут, паладин. Вот, ребята, вот как надо. Фараон, призрачный всадник, выбивать, друид. Только все это не надо. Стрелок, паладин. Ну, видите, да, что делается на аккаунте. Валька. Вот это имбовые роллинги. Так, укротитель, одержимый. Тык-тык-тык-тык-тык, все. Все, я все понял. Ведьма. Надо по 150 поролить. Как говорят некоторые знатоки, роль по 150 будет звездопад. Ну вот смотрите, что делается по 150. Атак, 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 атак. Видели, да? Вот оно 450. И вот 450 душек. Медуза, ниндзя. А нового героя у нас таки нет. Ту-ту-ту-ту, рыцарь. Ну, мы его вряд ли бы пропустили. Да, видите, у нас пока... Пока у нас мы выбили уже все имбы, кроме Анубиса еще. Нам надо еще Анубиса выбить. У нас будет полный фарш. Ворожай, еще один. Укротитель. Сноу. Дракос. Кинди. Кинди Шменди. Ой, чувствую, будем миллион самоцветов сливать на это дело. Сердцеедка. Воржей. Гаргул. Да. Ну, вторая Фрея, ребята, и три эктоплазма. Это очередной лайк. Анубис, ведьма. Все, мы выбили все имбы. Вот это топчик. Вот это топчик. Но не тот топчик, который нам надо. Дракос. Дракакос. Фея. Фея, не Фрея. Седна вторая. Малышник. Ну давай, Атлантикор, бог грома, Атлантикор, Атлантикор. Просто топ. Вот это сыпет, да, ребята? Влад Дракула. Люблю после обновы ролить. Куча кагашек на склад падает. Ну, смерть Гаргул. Дрейк. Ну где ты, сволочь? Череп. Так, пошаманим, пошаманим. Малышник, сердцеедка Фрея. Да, видите, надо вот так вот делать, ребята. Инфосотка. По-любому. Ну, Фрея третья, ребята. Третья Фрея. Третья Фрея. Паладин. Заклинательница еще одна. Купидон. Купидон. Три эктоплазма. Еще раз. Оборотень, череп. Не увидел там, кто там был. Давайте еще вот так вот сделаем. Смотрим. Может, пропустили что-то. Не, пока не пропустили. Химера сразу же, бульдозер, медуза. Вот вам, ребята, топчик, топчик просто, просто сыпет. Купидон, а сам это уходит. Булька, Сноузила. Где ты? Где ты? Приди, 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 приди. Медуза. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре.
Варлок, Валентина. Ладно, не будем спешить. Куда нам спешить? Куча самого. Хоть посмотрим на рандомчик, как сыпет. Так, Тесса. Неплохо так. Выходишь, заходишь, сразу падает Лига. Так, ой. А завтра мы сможем второго собрать осколками или еще чем-то. Куда спешить? Тыковка. В принципе, можно было подождать архидемона следующего. Но хочется все-таки затестить уже на выходных этого героя на локациях. Вау, вау. Это просто жесть, вы это видели, да? Джекпоты половили. Лео, Арес, ниндзя. Ну, душегуб. Смотрите, какие комбинации героев. Сколько мы сегодня бинго наловили. Третья сердцеедка. Четвертая Фрея. Это так. Вот он, вот как ролят топы. Фараон. Нужный герой. Прокачанный уже. Спасибо, IGG. Ну, как обычно, IGG у меня. Как подкручивают самики, так и подкручивают рандомчик во время обновы. Мне это нравится. Та-та-та-та-та. Ролим дальше. Дальше ролим. Малышник. Триан. Душегуб. Ну, я так. Вот так вот, ребятушки. Ну, я ожидал, что мы все-таки рольнем хотя бы 500 000, но мы его получили. Будем собирать, я думаю, может, будем и второго ради интереса, потому что на него пока нету скина, но я надеюсь, он скоро будет. И мы его в топчик второго прокачаем и 4 талантика кинем. Ну вот, повелитель бури у нас уже есть. Вот такой вот был мини-роллинг на, я не помню, сколько там у нас получилось, 170, 270 до 300, меньше, по-моему, 250 косамов. Побежали, там еще плюшки вроде у нас сегодня дают. Заработай на героях есть. В общем, выбили все. Всех топов, все, что надо. То есть ролить после обновы кайф. 20 камней клятвы, ничего себе. Офигеть. 2 мифических карты. Офигеть. Ну, самое сладкое, вот это 10 ящиков, которые мне особо нужны были. Ну, не особо, особо, не особо. И у нас стрелок. Охренеть. Ну, спасибо, IGG. Че, по второму кругу? Забираем по второму кругу награду. Так, хорошо. Ну, видите, даже 2 стрелка получили, получается. Почтовый ящик получить. Есть. Войти. Использовать. Что тут у нас сегодня есть? 1К кулаков. А у нас что по кулачках получается? 16. Тут у нас... Так, делаем еще плюс 10. Тут у меня уже все поменялось. Вообще кардинально изменилось. Так, ну... Вот новая наша имба. Следующая. Ее мы прокачаем и сделаем обзор. В принципе, все. Вот такой вот роллинг топовый. Выбили всех героев. Правда, на моем аккаунте, как обычно. Но это такое... Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, кто кому упал. Всем пока.